Да. Бульк. Вырубай. Ждем минуту, да? Минуту, да. Варим суп. Из кап. Из китайских кап. Они вроде тайваньские. Тайваньские. Готовимся к стрелке. Искусственная резина. А, Китай. Все-таки, простите, Китай. Китай, да? Да. 28.08.18. 199 запятых и тире. Бр. Воду рот прополоскал? Ну, сейчас. Пусть покажет. Я вроде полоскал уже несколько раз. Какие-то штуки, да? От нее, отваливаются, да, да, черные. Да. Вот, вот я поэтому тоже обратил внимание. Хорошо, что прокипятили. Она прям расширяется, смотри как, да? Угу. Китайские же макароны есть? Вот она. Смотри, представляешь, прямая. Ну, в принципе, она... Ну, это не именно эта структура, да, но весь материал, вот его нагреваешь или там чем-нибудь охлаждаешь, он применяет форму. Потом с ним что-нибудь делаешь, он все равно в эту форму примет. Ну, что? Ну, я не знаю, минута прошла. Превратиться уже. Давай, брат. Все, поехали. Понятно, в что? Бери, подуй на нее. Кипяток сдуй, переверни ее. Тихо. Ложка горячая. Аккуратненько. Терпимо? Да, да. Нормально? Прям этим зубами, пальцами прилепляй на десна туда вот. Да. Снизу обязательно придави. Сейчас она лучше, чем была, да? Угу. Я стужать. Самое главное, коренные зубы там все. Эти прикус сделай. Все, выровняй. И ходи так. Ничего. Прям придави, придави. Нормально, она начала распрямляться. Он холодной водой рот пополоскал предварительно. Пальцем попробуй. Ой, мягкая такая. Сейчас она сейчас замерзнет. Сейчас можно, мне кажется, холодным или подождешь, пока сама остынет. О, лучше, да, намного лучше. Она тебе, да, на зубы залезла? Вообще нормально, вот эта тема. А может, твоя поэтому такая удобная, потому что она уже такая варилась уже? Нет, она вообще другая. Да, она на двух, она ту вообще не варишь. Она со специальной прорезью такой в середине там. Ну как дыхание все? Нос нормально дышит? Да. Держится? Стрелка ждет тебя. И здесь можно СКК вместе. На это, улыбаться, СКК вместе. СКК. Давай, жди. Но это индивидуально опять. Все, положил в кармашек, она у тебя лежит. Так ее берешь так пальцами, все вот так чик-чик-чик-чик-чик ее приделываешь. Иди покажи. Как гудрон в детстве, мы когда жевал когда. Это больше похоже на гудрон. У Андрюхи тоже капа, смотри, он ее съедает только. Смотри, смотри, папа, что, смотри. Губы дребезги разлетятся, если на кулаках. Если на кулаках биться. На голову, конечно. Они еще выпираются. Дядя, подожди, я ставлю обратно. Привет, дядя. Привет, дядя. Привет, дядя. Затвердело. Все? Холодная? Холодной водички так вот иди это. Сейчас я зубов нет. Да-да-да. Ставь. А тут тлей. Сельси говорю. Он там. А ну-ка немедленно показывай. Потом достань. А то.
Что, дай проживать потом? Ё-моё, это жесть вообще, страх. Чё? Получилось? Где ваше блюдо тут? Ничего там запчастей нет? Все зубы мои, блин. А, ну нормально, вот так. Вот она индивидуальная, покажите, да. Покажите. И сейчас её одевай, получается. Покажите. Да вот, смотри. Сейчас одевай. Кривовато, конечно, да. Где? Ну если что, еще раз можно его выбрать. Ну попробуй сейчас. Удобно? Угу. Удобно? Вообще, все нормально, все вообще. Класс. Одобрено, одобрено. Сейчас он покажет. Иди показывай. Покажи. Сейчас. Всем, блюдо. Всем покажет. Блюдо называется капа. Смотрите, да, какая она, зубы мои посмотрите. Какая она Синь. Была я и какая. Я помыл, в смысле, ее в воде. Поменяла, да, она другая стала? Проживал. Скажи. Сколько она стоит? 200 рублей. Нет, так-то штука вообще полезная капа. Терминатор. А что, если ее, смотри, если сейчас ее опять... Еще раз кипятить можно. Да, она опять растает, да. Но я не думаю, что это именно прям тот пластик, который возвращается в изначальную форму. Ну классно.